Головной мозг. Если спинной мозг находится в позвоночном канале, то головной мозг находится в полости черепа. Его средняя масса примерно около 1,5 кг, хотя диапазоны сильно варьируют. Это не влияет каким-то коренным образом на интеллектуальную деятельность человека. Мозг Тургенева и Байрона зашкаливал за 2 килограмма, а мозг знаменитого химика Либиха едва-едва колебался около 1,3 кг. Снаружи головной мозг, так же как и спинной мозг, покрыт 3 слоями оболочек. Внутренней, мягкой или сосудистой, средней, паутинной и наружной, твердой оболочкой. В самом головном мозге выделяется несколько отделов. Продолговатый, который является непосредственным продолжением спинного мозга. За продолговатым мозгом следует задний мозг, который представлен мостом и мозжечком. За задним мозгом следует средний мозг, а за средним – промежуточный. И самым большим отделом головного мозга является передний мозг. Продолговатый мозг, мост и средний мозг образуют ствол мозга. Помимо отделов, внутри мозга есть еще 4 полости, называемые желудочками. Самые крупные – это 2 большие полости, 2 больших боковых желудочка, которые находятся в переднем мозге. Третий желудочек находится в промежуточном мозге, четвертый – на уровне продолговатого мозга. Внутри каждого желудочка находится спинномозговая или по-другому цереброспинальная жидкость. Именно с четвертым желудочком сообщается центральный канал спинного мозга, по которому тоже течет спинномозговая жидкость. Какие же функции выполняет каждый из отделов головного мозга? Начнем с продолговатого. Продолговатый мозг является прямым продолжением спинного мозга, поэтому часть его функции, ну, это точно такая же, как у спинного. Он тоже выполняет проводниковую и рефлекторную функцию. Продолговатый мозг является одним из самых древних отделов головного мозга, поэтому именно здесь лежат центры самых базовых рефлексов нашего организма. Здесь находятся центры дыхания, кровообращения, пищеварения, включая слюноотделение, глотания, жевания и центры защитных рефлексов. Каких защитных рефлексов? Рвоты, кашля, чихания. Все рефлексы, которые работают у нас автоматически, осуществляются с помощью рефлекторной функции продолговатого мозга. Замечательное мнемоническое слово для запоминания функций продолговатого мозга придумал Даниил Дарвин. Это слово «слеза». Продолговатый мозг отвечает за работу сердца, то есть за кровеносную систему, за кровообращение. Отвечает за дыхание, то есть легкие. За пищеварение, то есть за еду. И за защиту, потому что здесь находится центр защитных рефлексов. Рвота, кашля и чихание. Так что возьмите ее себе на заметку тоже. Следом за продолговатым мозгом следует задний мозг. Он состоит из моста и мозжечка. Мост появляется только у млекопитающих и выполняет только проводниковую функцию. От моста отходит 4 пары мозговых нервов. Сюда приходит информация от кожи лица, от языка и слизистой оболочки рта, от слухового и вестибулярного аппарата. Мозжечок. Мозжечок есть у всех млекопитающих. Он снаружи покрыт корой. Кора образована серым веществом, внутри же все преимущественно заполнено белым веществом. Сам мозжечок разделен на 2 половины, он состоит из 2 полушарий. Посередке соединены оба полушария с помощью перемычечки такой срединной части, называемой червем. Мозжечок очень густо испещрен бороздами, поэтому суммарная площадь мозжечка составляет около 850 квадратных сантиметров. С помощью 3 пар ножек мозжечок соединяется с продолговатым мозгом, с мостом и со средним мозгом. Мозжечок отвечает за координацию движений, за равновесие и за тонус мышц. Следом за задним мозгом следует средний мозг. Средний мозг не просто так средний, он действительно находится абсолютно в центре головного мозга, и функция у него тоже срединная. Он соединяет между собой все остальные отделы головного мозга, то есть соединяет задний мозг промежуточным и передним мозгом. Внутри среднего мозга выделяется четверохолмия. В четверохолмии
Четверохолмия состоит из передних и задних бугров. В передних буграх находятся центры первичных зрительных рефлексов, в задних буграх – центры первичных слуховых рефлексов. В среднем же мозге находится и красное ядро, которое отвечает за мышечный тонус и за сокращение мышц, то есть за регуляцию движений. Какие функции в итоге мы получаем у среднего мозга? Он соединяет все отделы, регулирует движение, тонус мышц скелетных. Здесь находятся центры зрения и слуха. В среднем же мозге замыкаются дуги ориентировочных рефлексов на слуховые и зрительные раздражения. Ориентировочные рефлексы – это поворот глазных яблок, поворот головы и всего туловища в сторону какого-то раздражителя, слухового или зрительного. Например, поворот в сторону резкого хлопка или резкой вспышки света или любого другого зрительного или слухового раздражителя. Ориентировочные рефлексы – это поворот в сторону чего-то нового и неожиданного. Промежуточный мозг состоит из таламуса и гипоталамуса. Таламус образован преимущественно серым веществом и является центром всех видов чувствительности, кроме обонятельной. Здесь же формируются и наши эмоции. Гипоталамус, как мы помним, это центр нейрогуморальной регуляции всего организма. Здесь происходит регуляция обмена веществ, поддержание постоянной температуры тела, регуляция сна и бодрствования, потребление воды и пищи. Гипоталамус вырабатывает гормоны вазопрессин и окситоцин и тропные гормоны, которые регулируют деятельность гипофиза, который находится вот здесь. Гипофиз, однако, в состав промежуточного мозга не входит. Какие же функции выполняет промежуточный мозг? Таламус отвечает за все виды чувствительности и за формирование эмоций. Гипоталамус участвует в поддержании гомеостаза, регуляции обмена веществ, температуры тела, сна и бодрствования, жажды и голода. И, наконец, передний мозг. Передний мозг представлен большими полушариями и достигает у человека максимального развития. На него приходится 78% от общей массы головного мозга. На поверхности больших полушарий развивается кора. Ее толщина всего лишь от 1 до 5 мм, но суммарная площадь коры больших полушарий больше 2 квадратных метров. Достигается такая огромная площадь из-за того, что кора образует многочисленные складки. В коре выделяют 6 слоев – молекулярный, наружный зернистый, пирамидный, внутренний зернистый, внутренний пирамидный и слой полиморфных клеток. Он же по-другому называется веретеновидным. В каждом из слоев залегают нейроны разной формы. В общей сумме в коре головного мозга содержится около 14 миллиардов нейронов. Не только кора больших полушарий образована серым веществом. Скопление серого вещества есть и под корой, в глубине белого вещества. Там образуются так называемые подкорковые ядра. Больших полушарий переднего мозга у человека два. Они разделены между собой большой продольной щелью, в центре которой, если раздвинуть два полушария, видно вот это вот мозолистое тело. Каждое полушарие разделено бороздами на доли. Центральная борозда отделяет, вот она, центральная борозда отделяет лобную долю от теменной. Латеральная борозда отделяет височную долю от лобной, теменной и затылочной доли. И, наконец, теменно-затылочная борозда отделяет теменную долю от затылочной. Передний мозг выполняет множество функций в организме человека, однако в общем можно сказать, что он отвечает за поведение человека и за возможность его приспособления к условиям среды. В коре больших полушарий выделяют чувствительные, двигательные и ассоциативные зоны.
чувствительные зоны, они чувствуют. Сюда поступают импульсы от органов чувств, от кожи, от внутренних органов, от мышц, от сухожилий. Чувствительные зоны рассредоточены по затылочной, височной и теменной доле больших полушарий. Зрительная зона расположена в затылочной доле. Слуховая, обонятельная и вкусовая зона расположены в височной доле. А в теменной доле находится центр кожной и суставно-мышечной чувствительности. Здесь особенно большие поверхности приходятся на области, которые отражают рецепторы кистей рук, голосового аппарата, лица. Значительно меньше по размерам области, отвечающие за туловище, бедра, голени. Это вполне отражает разницу и в количестве рецепторов на губах, на кончиках пальцев и одновременно, например, на ягодицах. Двигательные зоны находятся в задней части лобных долей. Двигательные зоны отвечают за сокращение скелетной мускулатуры. И что очень важно, здесь рождаются четко скоординированные действия. Здесь же зарождается и мелкая моторика. Ассоциативные зоны находятся в лобных долях. Здесь происходит выработка программ поведения. А в силу того, что в задней части лобных долей находятся двигательные зоны, то управление трудовой деятельностью тоже происходит в лобных долях.